Привет, друзья! Появилось очень много вопросов, как обновить Ledger Wallet от моих подписчиков. Мне легче написать это видео, чем всем по отдельности отвечать. Попробую предельно быстро и понятно это вам объяснить и что-то даже показывать. Для начала подсоедините свой Ledger Wallet к компьютеру и зайдите в Ledger Manager. Нажимаете сюда, что-то у меня большой такой стал. Нажимаете сюда и нажимаете на эту кнопку. Как у меня обновленный, я не могу это делать. Сейчас покажу вам по инструкции, как это делать. Так, зашли, вошли, нажали пин-код, нажали обновление. Нажали обновление, скачиваем обновление, нажимаем на install, соглашаем. И если тут будет так тупить, это нормально, не обращайте внимания, берет чуть-чуть времени. Везде соглашаемся. И вот у многих вопросы возникают, попробую этот пункт найти, вот тут. Возникает вопрос, что у многих он тупо заклинивает и ни туда, ни сюда. Что надо делать, чтобы обновление пошло бы дальше? Надо удерживать левую кнопку своего Ledger Wallet, все время держать его, вытаскивать кабель от Ledger Wallet, не опуская эту кнопку, заталкивать обратно. И процесс обновления пойдет дальше. Вот вы видите все такие значки. После этого, когда пройдет процесс, вы вводите пин-код, и будет вот такой у вас только сетникс видно. То есть, ну как, нету ни кошельков, ничего. Не пугайтесь, ваши средства все сохранности и нетронутые. Тут вы видите, что вы обновились, и после этого спокойно скачиваете себе те кошельки, что у вас были, либо что у вас необходимые. Вот так и просто обновляется Ledger Wallet. Что, надеюсь, я ответил на ваши вопросы. Оставлю эту инструкцию под этим видео. Если хотите, чтобы ваш Ledger Wallet был бы постоянно, имели бы там биткоины, этериумы, и Zcash, и Monero и прочие валюты, посмотрите на моем канале, как их можно очень просто и доступно зарабатывать. А на этом я заканчиваю. Если это видео было вам полезно, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, делитесь этим видео своими друзьями, у кого возникли такие же проблемы, что не смогут обновлять свой кошелек. Всем пока, зарабатывайте быстро и честно.